через 10 минут. Далеко не разбегайтесь, оставляем вас немножечко с музычкой, и очень-очень скоро мы к вам обязательно вернемся, правильно? Конечно же, правильно.
said good day, sir! Еще раз всем доброго времени суток. Возвращаемся мы с вами на прямую трансляцию Grand Final The Defense. Это официальный русскоязычный стрим в студии Вилат и Каспер. И 1-0 в пользу Кайпи. Да, но это был американский сервер. Сейчас-то у нас сервер европейский. И сейчас, я думаю, будет намного... намного интереснее. Интереснее для Na'Vi в первую очередь. Там для того же Dendy. Потому что Dendy очень сильно недоволен игрой на... USST, можно играть на USST, безусловно, можно, но ты не покажешь вот все там свои 100% владения, опять же, всякими квопа-паками, только из-за того, что не будет герой так быстро реагировать на все твои действия. В общем, ты все равно ограничен в передвижениях. Вот это самое важное, что нужно понимать. Ну, посмотрим, как будет сейчас. Мы видим, что опять-таки Кайпи отправляет в бан Виспа, а Котл отправляется в бан от команды Na'Vi, ну и туда же улетает Визаж. Да, а что там у нас сейчас на ФП для Na'Vi заедет? Вот это интересно. Дарксир, ну, не знаю. Может быть и не Дарксир. Вообще много еще хороших героев осталось. Ну, на Люксембурге опять-таки, да, пока идет пик, давайте. Да-да, пинги сейчас должны быть нормальные. Сейчас у Na'Vi должен быть около сотни. А вон у Фаника вообще 80, просто, да, 60. Да. Отличный пинги, 191 у Internal Envy, Dendy 130 мы видим, ну как бы то Envy 191, отличный пинг. Ну что отличный, такой же с каким Dendy играл. Ну да, но у Dendy 133, то есть разница у них всего 60, ну у Фаника да, у Фаника 78, это конечно отлично, у Хвоста 101, как бы вот Джейн Дота Райан 421, кто ты такой, my dear friend, почему у тебя... Алхимика забирает Na'Vi на ФП, и это будет алхимик для хвоста, я практически уверен. Envy. Будет ли это опять Вивер, например? Потому что Вивер у команды Кайпи заезжает хорошо. И я почему-то уверен, что это сейчас опять будет много минус армора. Просто минус армор против алхимика, против всяких там дарксиров работает очень хорошо, потому что их пробивать сильно не получается, потому что ДС какую-нибудь меку собирает, там много брони. Всякие ну, плюс базилки. К тому же мы с тобой прекрасно знаем, как Кайпи любят играть минус армор с тобой. Да, да, да. Ну, вообще, тактика минус армора, она очень сильная. И многие профессиональные игроки тоже это подтверждают. Они говорят, что да, действительно, это очень хорошо работает. Даже какой-то ваш барыжный котел с 85 урона и с минус 5 брони у противника будет в него там заливать по 100 плюс дэмэджа. Ну, а что в этом плохого? Просто даже банальный, обычный, самый простой рейнджовый суппорт уже будет делать какой-никакой ДПС в драке. Ну, даже с руки. Лайфстиллер. Посмотрим, будет ли опять-таки этот же ну, SF. То есть мы понимаем, для чего и как реализовывает SF Кайпи. Ну, пока шикарно. Ну, сейчас для лайфстиллера, возможно, возьмут какого-то героя, который будет... инфест бомбировать, может шторм, пак, квапа. На опять-таки Артизи, он сам на USVST играть паком, штормом. Ну вот, штормом еще ладно, да, но вот действительно пака, квопы не слишком комфортные персонажи для этого. Но возможно сейчас они доберут просто любого другого героя, типа Бейн, вот, например, и заставят Na'Vi самих забанить, потратить много банов вот именно на, да, на то, чтобы мидера. Убрать вот мид-героев таких неприятных. Так что такое тоже может быть. Сейчас мы все выясним, все узнаем. Да, ну что, ждем сейчас решения от команды Na'Vi, что будет вторым пиком. Ну, вообще, скажем так, вот International близко, но я вот не могу сказать, что будут пикать Na'Vi сейчас. Ты помнишь, комментировали мы с тобой DreamHack, да, и мы угадали там первых там все пики, все баны, тут все угадали вообще. А здесь, ну вот, что-то, вот, что сейчас пикнут Na'Vi, ну, хрен его знает. Ну, вот, реально, я не знаю, что сейчас пикнут Na'Vi. Ну, возьмут какую-то херню. Что-то в сложную возьмут, фанику. Или я не знаю, вот что-то. Алхимика своего они любят, да, это факт. То, что он у них не всплывает, да, это тоже проблема. Тут смотрю забавную фотку, просто тут фраза из NetWars, что если пересчитать деньги там, ну, с учетом инфляции, то вот Джон Ди Рокфеллер
по-прежнему остается самым богатым человеком в истории, с состоянием в 10 раз превышающим состояние Билла Гейтса. Нормально. Инфляция. Хватит денег, я думаю. Да, ну есть же эти книги о стратегиях, ну не о стратегиях, а о теориях заговора и о том, что вся Америка и все деньги Америки принадлежат семейству Рокфеллера. Просто абсолютно все, то есть даже те, которые у вас доллары лежат, они все равно принадлежат там. Да. Потому что они там их под процент один на один давали. Физически столько денег нет, чтобы отдать. Ну да ладно, неважно. Это Тараксир. Много таких теорий на самом деле. Смотрите, Radiant раздел Band. Discovery на Ротрекере, он просто-напросто разрывает иногда мозг. Да тот же Zeitgeist. Zeitgeist это вообще забей. Я не смог фильмов. Это смотреть. Вот, не, первый, кстати, неплох. Я остальные не смотрел, но первый неплох. 10 seconds to go. Так, ты меня убрал? Нет, я пробую, у меня просто звук почему-то дублировался. Две разных мелодии играли, не накладывались друг на друга. Бывает иногда баги. А, ну, бывает. В доте я не мог понять, это у меня левое ухо болит так, или это вообще что-то не то происходит. Так, ну, что интересного нам пишут? Пишут, как обычно, что Twitch лагает. Я на самом деле не знаю, как Twitch будет бороться на время International. Я сейчас у Twitch проблемы. Что будет во время Инта? Ну, опять-таки, есть уже подтверждение полностью. Ну, пока еще не на 100% официальное, потому что этого Valve еще не вывесили. И я пока тоже не ручаюсь за это. Но есть возможность, будет трансляция да. на YouTube. Скорее всего, то будет. То есть она будет, как бы. Как она будет работать? Ну, будем надеяться, что хорошо. Не, ну, я не думаю, что у Ютуба... Ну, у Ютуба какие могут быть проблемы вообще? Ну, просто, понимаешь, да, там куча была трансляций, там в основном топовые концерты идет трансляция на Ютуб, там Линкин Парк, например. ЛЦС стримят весь свой сезон параллельно на Твиче на Ютуб, как бы. Ну, на Ютубе, правда, их там смотрят тысячи по 15-20, но в любом случае работает отлично. Не, ну, Ютуб, он сам по себе сервис очень хороший, и мне кажется, проблем там быть не должно. Так. Баны. Ну, очень долго думает сейчас Пупей над четвертым баном. Мы видим, что забанил он Ланаю и понимает, что дальше надо банить опять-таки что-то соломидовое. А что? СФ, возможно, стоит забанить. Возможно. СФ-то по-прежнему очень сильный. Правда, сейчас вроде никаких интересных задумок нету у команды Кайпи пока что. Баны, точнее, пики достаточно стандартные. Ну, посмотрим. 10 seconds to go. 5 seconds. Что же, ребятушки, это минус Никс. Вот это вот сверхинтересно. Ну, Никс Лайфстиллер, опять-таки, это такая себе бомба. Это не неприятная штукенция. Ну и Деваура забанил сейчас Этернал Энви. Чем? Сейчас будет удивляться. Энвин на прошлой карте его вообще первым баном убирал, этого Деваурера. В этот раз решил оставить его на потом. Пака забирают. Да, вот она, инфест-бомба. Но опять же, с большим пингом играть на паке. Посмотрим, как с этим справится Артизи. Вот. Ну, вот сейчас Дэнни до Квапе не скажем, кто сыграл плохо. То есть, да, от пары стрел он мог увернуться там. Ну, в принципе, линию отстоял шикарно, да. Но дальше там пошло все по нисходящей. Причем не по вине Дэнди, понятное дело, была проиграна игра на Ави и Кирокоптер. Вот теперь все становится очень интересно. Или это суппорт Алхимик, или это трипла с Алхимиками, соло легкая Кирокоптер. Или мид Алхимик. Нет, ну тут еще и Дарксир есть, поэтому процентов на 90, что это суппорт Алхимик. Ну смотри, вот мид Алхимик, Кирокоптер фармит, Дарксир сложный. Ну и два суппорта. Такое тоже может быть. Да, довольно интересный пик, и что-то мне не очень сейчас нравится задумка Нави. В первой игре Сэнкинг их непонятный. Вот, блин, найдите мне винрейт Нави с Сэнкингом, да он нулевой, наверное. Я а вот, есть же у нас. Я есть человек-статистика. Поэтому сейчас я быстренько выясню винрейт Нави на Сэнкинге. Ну, из таких отличительных, на самом деле, вот у тех же альянсов, у них есть несколько козырных героев, которых они берут редко, но метко. Да. У них у Марты, например, 5 игр, 5 побед, там, у Огрмага, там, примерно такой, там, 6 игр, вроде бы, 5 побед. Ну, то есть они их не пикают постоянно и всегда, да, чтобы они улетали в бан. У них есть высоких два бана. Есть такие интересные у них герои, Драгонайт для Дэнни можно исполнять. Берется.
Но мы видим, что плотные, очень плотные герои у Нави. И Драгонайт, и Герокоптер, и Дарксир, и Алхимик. Да, все плотные, но... тут просто супер страта. Тут Пак прыгает с Лайстилером, тоже прилетает Фурион, и уже все печально, ребят. Ну что там с Сент-Кингом у Нави? Да вот же, смотрю, Сент-Кинг. 73%, кстати. Ого. Так что неплохо, неплохо. Ну там куча матчей с разными бомжами. Ну, может быть, может быть. Мне, кстати, интересно посмотреть, на каком самый маленький у нас винрейт, но из таких, которых много берут. С Шадудем нам 53%, 54% со Штормом. Ну, вы как бы надо учитывать, что 50% винрейт для Нави — это вообще печальный. Ну да, да, они должны побеждать Na'Vi. Там процентов 70-80, да, то есть это, ну, стандартный. Даже 70%. Но у них общий винрейт 71%, да. Поэтому вот, ну, каждый герой там должен быть, ну, не меньше 60, это должен быть уже более-менее юзабельный. Ох, былые времена инвокера, помню я. 60% финрейта с инвокером у Нави. Эх, соскучился я уже за инвокером, если честно. Да, я тоже немного соскучился. Кстати, тринт протектор-то у Нави. 100%? Да, 10 игр, 10 побед. Ну, по крайней мере, вот по статистике Дута Академии. Вот, пожалуйста, 10 из 10. Визаж тоже, вот, 20 игр, 18 побед. Ну, вот только что была 21-я игра, и осталось 18 побед. Да. Леон тоже неплохой винрейт. Патма даже. Ну, Патма — это еще со времен первого интернешнала, наверное. Ну, конечно, наверное. Это еще там, у них там 9 или сколько там матчей подряд победы было. Да, ну, в общем, ладно, Nature's Profit у Кайпи. У Кайпи серьезная глобал тактика появляется. Слушай, да, что они вообще, что Нави взяли? Как они расставили линии? Ну, то есть, я не понимаю, то есть Драгонайт мид — это факт. Алхимик суппорт, Герокоптер фармит, Дарксир... А может наоборот? Алхимик фармит, Герокоптер суппорт. Ну что же, опять у нас Баратрум, собственно, от команды Кайпи заезжает. На этот раз 100% в роли саппорта. На, опять-таки, на свою легкую линию, я не думаю. Ну, что, я не думаю, я уверен на 1000%. Это будет очень серьезная трипла, на самом деле. Да. Вот этот Спирит Брейкер. Научились команды юзать его не в качестве хардкерри, а в качестве такого вот именно полусуппорта. Причем Кайпи его мы уже видели. Несколько раз. Его постоянно берут, круто. Да. Один раз они выиграли у Нави с этим спиртбрейкером. Ну, раз, конечно, проиграли. Потом они, опять-таки, с ЕГЭ его юзали. То есть, ну, пока все окей. Юзабельный герой, они это показывают. Они доказывают, что можно его, конечно же, брать. Да, там также подсказывают, что мужицкий пик. Кастует, 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 кастует. Сайленсер. По-моему, Пупей проиграл пик. Ну, мне вообще не очень нравится такой герой, как Сайленсер. Особенно, когда есть такой герой, как Баратрум, которому на Сайленсера, ну, просто плевать с высокой башни, который будет просто идти и бить его в лоб. Ему все равно, есть у него способности, нет у него способностей. Так, кстати. Да, интересно. Ну что, вторая игра. Кайпи ведут 1-0. Напомню, что это Best of 5. Кайпи против Нави. Да, и европейский сервер. Также напомню, для тех, кто только-только, возможно, к нам подключился. Ну что же, Артизи в миде будет на паке. Синг у нас будет в легкой суппортить вместе с Пайлайдаем. А нет, в сложную пошел Энви. Лол. Вот это да, почему? Ну, как обычно, придумали велосипед. Вот, хотя не исключено, что еще они поменяются лайнами. Но вот то, что Энви сейчас найдет здесь врага, вот он уже его нашел. Пайлайдай, кто у нас тут внизу будет все-таки... Не, ну я не думаю, что это будет фармящий Баратрум. Мне кажется, все-таки стоит Энви отправить туда фармить. Да. У нас тут продолжаются веселые новости. Украина может оштрафовать компанию Google. Мне кажется, Google может купить компанию Украина просто. Вот просто взять и купить с потрохами. Да, вместе со всем абсолютно. Причем сумма просто баснословная. Госслужба заведет административное дело и сможет оштрафовать их на сумму около 8500 гривен. Вот это круто. Просто удар. Удар по кошельку компании Google. Мне кажется, просто... Google обидится и забанит себя в Украине. Мне просто кажется, что... Знаешь, там технички компании Google скинутся.
вот отцепись, короче. Не мешай курить. Да, да, да. То есть и отдадут тебе 8,5. Ладно, блин, ну это очень улыбает. Ну да, веселые новости, как всегда, в интернете, вы знаете, их хватает. Ну что, Артизи в миде против Дэнди. Все-таки в легкой трипла команды Кайпи. Не стали они выдумывать действительно велосипед и ставить Братрума вместе с Найксом и, собственно, в сложную линию Бэйна. Кстати, алхимик-то посмотри, раскручивается. И Дэнди лоу хп. Так, Пупей разрядился у нас... В кого? А, он, походу, в... Воздух. Ну, да, куда-то он разрядился. Я так понимаю, в воздух он разрядился, потому что взорвалось... Ну, вроде да, вроде все живые. Никто не встанет и никому дэмэдж не нанесло. Да, в общем, так и у нас такие дела получилось. Правда, сейчас, смотри, опять идет у нас Артизи. Вот очень-очень активное начало игры, как бы вообще Артизи настолько сильно Дэндика сейчас напряг, что бедный Дэнди одного крипа мало того, что убил, он вынужден под Т2 тавром своим прятаться просто, причем с помощью еще и своего суппорт-алхимика. Ну вот опять же, этот суппорт-алхимик мне не очень нравится, тем более против пака, потому что от алхимика толку только от стана, а стан его заивейдить, но сможет даже... Ну да. Я даже... Ой. Трипаник мини, проблема в Артизи. Только я сказал, что заивейдить может, но там пинг. Ну он улетит отсюда, конечно же. Да, пак просто сейчас через какой-нибудь клиф там. А, он, смотри, он заманивает сейчас вражину. Но у Бона 7 просто нету... Какой-то нереальный трэш вообще происходит на первых минутах этого матча. Что-то в миде 3 на 3 чуть ли не сошлись сейчас. Постоянно здесь тусуется Бэйн. Ну, сейчас еще и выбежал Бон 7. И алхимик здесь был. Ну, все это время Envy фармит, понятное дело, хвост фармит. Но в любом случае, почему-то, собственно, наличие гирокоптера как-то меня немножечко успокаивает. Ну, я вот смотрю просто сейчас на Артизи и понимаю действительно, что пинг в этой ситуации тоже очень сильно решает, потому что очень много он пропускает ударов, практически ничего не выйдет, что, я думаю, что бы не произошло, если бы игра была на нормальном сервере. Так. Ну что, третья минута. Envy у нас, мы видим, спокойненько все стоит фармит. 16 на 0, ну хвост не отстает, там 16 на 1, то есть все более-менее нормально. Не динает, потому что понимает, что это тупая трата времени и ресурсов. Зачем динает, линии не будут пушиться, все будет хорошо. Продолжаем наблюдать в миде. Боже, как же здесь Дэнди неприятно. И я уверен, что сейчас Дэнди просто изливает тонны ненависти на... своих тиммейтов и на команду Кайпи. Как они, эти дебилы, задрали меня по вдвоем в миде. Почему мои мне не помогают? А тут постоянно бегает мне мешок на голову, одевает этот пайлэдай. Там Бэйн, я постоянно с инфиблом. Что за фигня? Где мой алхимик? Ну да. Я тоже хочу Бэйна персонального, да? Но в любом случае, на данный момент 20 на 3 крипстат у Артизи и 6-0 у Дэнди. Напомним, сервер европейский. Вот это да. Да, неплохо стоит отметить, конечно. Пак сейчас в миде стоит, ну, не то что пак в миде, короче, команда Кайпи мид выиграла, вот, скажем, это будет да. Более правильным выражением. Причем Дэнди очень сильно проседает, попадает под арбу, сайленс, и это минус Дэнди. Это First Blood. Да, на этот раз все-таки Дэнди проиграл, скажем так. И не только по крипстату, ну, понятное дело, что он левел 4, 5 левел, 6 сейчас будет Артизи. И вот сейчас у Дэнди будет проблема в миде. Потому что 6-й левел сейчас возьмет пак, у которого банка сейчас, собственно, уже будет, да, опять-таки вернется к нему. Ну да, она вот к нему как раз подлетает банки сейчас. Будет тапок, а у Дэнди будет 3 веточки. И что делать? Да, причем Урсуной тоже сейчас угадывает Артизи, следовательно, баночка у него уже полная. Можно просто летать сейчас. Он сейчас летаешь. Реально он получает опыт за одного крипа. Вот за этого вот крипа, и просто Дэнди можно убивать. Дэнди не подставился, поэтому... Дэнди понял, что тут ДД, а Артизи зря заюзал, конечно. Очень зря. Вот он реально очень поспешил. Это мне напоминает Дэнди с Квапой в прошлом матче, когда он тоже немного поспешил и, как следствие, потратил все скиллы, но толку от этого не было. Цель убежала. Envy снизу с Мидасом. Смотри, вот Артизи бэкует, пробивает Дэнди. Стан на Дэнди, здесь же алхимик. Стан еще один, и тут хорошо. Пинг, просто пинг. Не смог увернуться. Ошибка. Тут ошибки не было даже, скажем, наверное, от Артизи. Любой нормальный чувак понимал бы, что сейчас подойдет ДК и даст в него стан. То есть можно было прожать банально сайленс, чего Артизи не сделал. И я, опять же, практически уверен, что это все вот связано с пингом. Да, не забываем, сервер Dota без Dota. Ну, как бы, онлайн-турниры, они, конечно,
хороши для тренировок, ну вы сами все понимаете. Тут единственное, да, что можно потестить, это каких-то героев вот просто в плане исполнения, да, потому что... Ну как Асикапы там в мид взять. Да, там ДК с меками, убивать. Там все дела, то есть. Ну потому что здесь, ну не показатель такие турниры. Любые онлайн-турниры не показатель, неважно, европейские они, китайские, неважно. Лан есть лан. Ну вот самый-самый элитный лан у нас как раз-таки начнется уже совсем-совсем скоро. Я уже на самом деле не могу дождаться вот этого момента, когда начнется International. Я помню, как я в прошлом году ждал первых матчей. Вот я помню, как я на кураже там откомментил там 14 часов и еще 14, наверное, откомментил. Ну да. Это было реально очень круто. И мне кажется, в этом году, надеюсь, в этом году нам International подарит настолько же зрелищные игры. Я уверен, что очень много людей у нас, да, новые появились, которые, ну, не смотрели прошлый International в прямом эфире. Не смотрели первый International, да, самое главное. Да. Первый был просто незабываемый, потому что это был первый, и там побеждали наши. Смотри, Синг-Синг побежал. Побеждали в лучших, скажем так, в своих традициях. Причем именно действительно в лучших традициях нашей доты. Вижу цель, не вижу препятствий. Да, и... да, да. Там все было очень классно. Ну, ладно, это ностальгия. Это уже. Ну, такое. Это ностальгия, которая скоро, собственно, обернется у нас тут довольно бурным весельем. Кстати, опять-таки, еще раз напоминаю всем, Киев Киберспорт Арена каждую ночь, начиная с 2 августа. Трансляции до 11 августа. Вот, ну, не считая 6-го, там будет один день отпуска. У команд, скажем так, один день отдыха. Будьте здесь, смотрите, ну и в эфире у нас на этом же канале. StarLadder 1, StarLadder 2, StarLadder 3, StarLadder 4. Все 4 канала будут для вас работать. Будет у нас здесь в студии масса народу. И... Да, будет серьезная движуха. Будкем команды у Шейкера нет прокаста. То есть как бы... Да-да. Будет весело. Может быть, устроим какую-то показательную зарубу. Кто его знает. Может и устроим. Ну а почему нет? Просто засядем и устроим. Пабе пойдем. Так, в миде. Ой, проблемы здесь сейчас у Артизи. Разгоняется сюда Синг-Синг. Артизи проседает очень сильно. Артизи спрятался. И хорошо его заслепили. Артизи, неужели уйдет? Лол, Артизи. Вот это царство. Один было. ХП остался у Артизи. Это было настолько по-царски. Причем, понимаешь, его вначале Бэйн готовился уже заденаить. В результате он, походу, понял, что что-то тут не то, быстренько атаковал. Разбудил, да. Да, разбудил, сам заслипался, его потом, конечно, тучкой сбил. Ну, а сейчас внизу, кстати, Энви быковал в направлении к уроке. Ну, и тут Энви, скорее всего, умрет. А, нет, ну, Энви нормально, на таксо сел и поехал. Кстати, сейчас мог... Вылез бы и убил бы курок, а он сейчас вылазит и убивает его. Там Пупей взорвался! И тут еще и Бэйн, Глобал залетает. Ну, будет ли дальше бежать Энви? Скорее всего, будет, потому что там-то Баратрумыч-то уже разбегается. Нет, Баратрум отменил свою пробежечку, кстати. На всей карте экшен снизу, кстати, тем временем Артизи.